Вот мы сейчас находимся на гуртовне. Такой оптовый склад. А в городе... Тут людей нет. А в городе сказали, что уже... Хорошо, бери. В городе сказали, круп нет. Мало уже все, что осталось. В очереди знакомая стояла в аптеке час. А тут пока ни очередей нету. И так, чтобы сказать, что все пусто, то пока что еще есть. Макароны. Макароны любая. Повыгребали немножко. Цен только нет. Купить не хочешь? Да нет. Большую упаковку. Там зимовый купон, да? Так, тут крупы. Что, на зимовый вот даже купон не сезон, у него размерунки. До голубцов. А вот, кстати, гречка это походу осталась только такая. И все. Вот, крупы повыбирали. Тимбург. Ах, це нормально. Литр 420 по 5. А ты почем берешь? Ну, дороже в таких стоит. Это какой только этот размер? Рошен. Ага. Батончики Рошен. Холмсбер, что можно 59. Угу. Так. Обломались. Гречка есть, гречку купили, а мука замочка пшедана палетка. А у Дилощі ціна залежить чи без рожниці? Без рожниці. Якби було на фактури, то вже не би було більше та збрана піца. Ну то про ніякі шухусти сав. Що по факту у нас забрали? У нас забрали гречку. Угу. І що то ще? І ріс, упакований один. А, і ріс, так. Да. Три штуки. Купили меньше людей. В итоге муку нам сказали, нет уже муки, тоже продано, гречку тоже забрали, и рис три забрали. Ну, консервы и рис, и вода. Ну, зато в очереди не стояли.